путь восхождения, путь к Царству Божьему. И в качестве поводыря, в качестве наставника, провожатого, мы взяли святого Иоанна Лествичника. Скорее всего, большинство сегодняшних случаев или были и вчерашними. Ну, может быть, все-таки кто-то иные сегодня тоже пришли. Повторюсь, что современному человеку, а думаю, что и не современному, а и людям того времени, книгу эту и было, и есть читать трудно. И трудно не в силу того, что там применяются какие-то сложные умственные конструкции. Этого там нет. Все достаточно просто, все достаточно обычным, естественным языком. Понятно, в общем-то, скажем, не нужно даже и какого-то предварительного богословского и научного образования для того, чтобы читать Лествицу. И тем не менее, читать ее очень и очень трудно. А трудно почему? Трудно не по причине умственной, а по причине внутренней и духовной. Если жизнь по христианскому благочестию от современной мирской жизни отличается так, что это будто разные планеты, то здесь мы в очередной раз еще на иную, уже на третью планету попадаем. Преподобный, конечно, ориентируется на монашествующих. Они его и попросили написать, для них он и написал. И поэтому, если вот так брать и кандово в прямом смысле принимать к исполнению, то можно, кстати, и натворить много беды. Потому духовное чтение всегда предполагало тоже постепенность. И эта постепенность, как уже отметили, касается не грамотности, которая, слава Богу, в наше время практически у всех имеется достаточная, а внутренний мир, духовный мир, способность духовного восприятия. А вот здесь, насколько мы стали грамотны в плане научном, среднее и молодое поколение сейчас уже почти целиком имеет высшее образование, настолько мы стали далеки от жизни в Царстве Божьем. И поэтому то, что пишет преподобный Иоанн, нуждается в переложении, в некоем переводе, в переложении языка, которым жили, которые понимали, которые чувствовали пустынножители и монахи того времени, когда жил преподобный Иоанн, и нами с вами, жителями современных городов, живущими в миру. Итак, то, что преподобный писал для тех подвижников, нуждается в своем переложении, в своем переводе на наш язык, на язык нашей духовности, нашей жизни, чтобы это все было реально. Поэтому, если дома начнете читать, то скажете, а что там, вроде как не так. Все, что я отсюда вычитываю, это так. А комментарии – это есть уже вот это самое переложение, авторское переложение не Иоанна Лествичника, к нашей жизни. Лествица, об этом вчера тоже мы подробно говорили, нижняя часть установлена, уперта в землю, вверх – это уже Царство Божие. 30 ступеней по числу возраста лет Христа, и мы призваны апостолом Павлом тоже достичь меру возраста Христова. Речь идет, конечно, о духовной мере. И преподобный Иоанн показал путь восхождения христианина в виде этих 30 ступеней.
Кстати, еще такой момент. Кто-то может подумать, что эти ступени обязательно именно так, в хронологическом порядке, и должно проходить по жизни. Так не бывает. В какой-то мере сразу все 30 ступеней. У нас не может быть пятилетка количества, пятилетка качества, потом экономику сделать экономной. Так не бывает в духовной жизни, что в этот год я стяжаю кротость, а в следующий год целомудрие, а потом возьмусь за правдивость. А сейчас можно еще немножко и приврать. То есть, конечно, не так. И тем не менее, есть внутренняя духовная последовательность. То есть, преподобный изложил не просто так. Эта последовательность не хронологическая, а скорее внутренне духовная. То есть это действительно ступени восхождения. И, кстати, в этом смысле слова путать эти ступени иногда бывает даже и не полезно, а иногда даже и опасно, когда мы сразу беремся за приобретение некоторых высших добродетелей, не имея базовых начальных добродетелей. Тогда то высшее может оказаться вовсе не душеполезным. Примеры этому, я думаю, еще мы не раз и встретим в наших размышлениях. Вчера мы с вами, как могли, прошли по первым четырем ступеням этой божественной лестницы, возводящей нас к Царству Божьему. А сегодня пятая ступень. Пятая ступень о попечительном и действительном покаянии и о жизни осужденников. Покаяние. В каком-то смысле можно было бы сказать, что с покаяния все и начинается. Ведь и сам Христос сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное». Что жизнь христианина духовная начинается с покаяния. А мы вчера уже целых четыре ступени прошли до покаяния. Вот вопрос, а почему так? А действительно оно так. Вот возьмем первую ступень и четвертую, и сравним их. Покаяние – святое дело. Ну, конечно. Без покаяния никак в Царство Божие не войти. И тем не менее, преподобный вперед покаяния ставит отречение от мира, первая ступень, да? Потом победа над пристрастиями, странничество. Почему это все вперед покаяния должно быть? А вот скажите, когда пьяница лежит рядом с забором, и в какие-то моменты, когда у него ум просветляется настолько, что он может говорить, он что делает? «Да я окаянный, да простите меня, люди добрые, да я такой рассекой». Дальше следуют определенные слова, а из глаз катятся слезы. Покаяние? Покаяние. Много раз видел пьяные слезы. И ни разу не видел, причем пьяные слезы, искренние слезы. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, да? Пьяные слезы, искренние слезы. Как раз в пьяном состоянии человек мало способен лукавить. Это он гораздо успешнее делает на трезвую голову. Он искренне изливает свое покаяние. Но помните ли вы случай, чтобы через пьяные слезы человек исправился? Чтобы это привело к какому-то исправлению в жизни? Во-первых, протрезвившись, он уже ничего про это покаяние и не помнит. И жизнь продолжается, как она шла. Вот здесь мы уже видим, что оказывается просто покаяние, упертое в землю, может оказаться совершенно безрезультатным. Потому преподобный ставит первую ступень – это отречение от мира. Если нет отречения от мира, то и покаяние не помогает. Многие люди вообще часто жалеют о том, что они сделали в жизни.
Скажите, покаяние есть у всех людей? У всех. Я не видел еще людей, у которых бы не было покаяния. Все люди когда-то в чем-то каются. Когда-то о чем-то сожалеют, что они это сделали. И все идут в Царство Божие. А вот этого мы не видим. То есть мы видим много бесплодных покаяний. Один из ужасных евангельских примеров – это покаяние Иуды. Имело место? Имело. Он ведь покаялся. Я пролендал кровь невинную. Он возвращает серебро. Он даже не только словесно, он деятельно кается. Он возвращает его, и оно не дало ему никакой пользы. Так что, видите, и покаяние может не дать пользы человеку, может не приблизить его к Царству Божию и не удалить его от греха, если в покаянии нет отречения от мира. Вот потому русское слово «покаяние», оно целиком направлено на сердце, на чувство. А греческое слово «покаяние» – «метаноя». Оно на русский переводится «обращение». Ты шел на запад, повернулся и пошел на восток. Произошло некое решительное действие. Так что покаяние – это не только чувство, когда ты чувствуешь, что ты в самом деле, ну такой же ты рассекой, негодяй. Ну что ж ты такого сделал? Вот нельзя же было. А необходимо метаноя, необходимо обращение, необходим поворот. А это и есть отречение от мира. Ты должен повернуться к миру спиной. Вот тогда покаяние может иметь силу и может иметь пользу. Вот мы с вами уже и встретились с случаем, в котором мы видим внутреннюю последовательность. Опять не временную, а внутреннюю. Что духовно должно зачем следовать? Как определяет преподобный покаяние? Он дает сразу целых 11 определений. Покаяние есть возобновление крещения. Крещение мы верим, конечно, в единое. И однако же мы видим, что крещенный человек, причем даже человек, крестившийся сознательно, крестившийся искренно, крестившийся от всего сердца, от всей души, он свободен во всей своей дальнейшей жизни от воздействия греховного? Нет, конечно, не свободен. И в этом отношении покаяние, говорит преподобный, есть возобновление крещения. Как крещение мы исповедуем для прощения грехов, крещение есть прощение грехов, так и через покаяние мы опять возобновляем в себе дар крещения. То, что мы когда-то получили, где-то даже в каком-то смысле авансом наперед получили в крещении. Бывает, что человек крестился и даже не сознавал некоторые свои поступки греховными. Осознание пришло только позже. Его не будут еще раз водой крестить. Вот здесь возобновляется крещение, приобретается покаяние, и через это прощение грехов. Покаяние, второе определение, есть завет с Богом об исправлении жизни. Что такое завет? Русское славянское слово «завет» все-таки восходит к завещанию. Мы, может, даже не до конца знаем ту древнюю практику завещания. И поэтому нам понятнее смысловая нагрузка в завете, которая имеется в этом слове на еврейском, греческом, латинском языках. На этих языках берит тестаментум, диафики, это слово означает договор. Оно означает союз. То есть завет, вступить в завет – это вступить, заключить союз, вступить в договор.
Договаривающиеся стороны таковы, что только одна сторона предлагает свое условие, а другая не может их предложить. Она может их принять или не принять. Ну, даже если мы устраиваемся на работу, то только директор может предложить нам условия нашей работы, а не мы ему. Мы можем принять или не принять эти условия, устроиться или не устроиться, подписать или не подписать трудовое соглашение. А условия ставит нам управляющий. Вот это есть завет. Бог ставит нам условия, а мы их или принимаем, или не принимаем. И когда мы их принимаем, мы вступаем в завет, мы вступаем в союз с Богом. Это очень важно, чтобы каждый человек однажды в своей жизни заключил с Богом завет, заключил договор. И вот этот завет, он заключается опять, конечно же, в крещении. Но он непрерывно возобновляется в течение всей жизни через покаяние. Каждый раз, когда я прошу Бога прощения, то я вступаю с Ним в завет, ну, если совсем по-детски, мама, я больше не буду. Да? Ну, а будьте как дети. Если мы просим прощения, это означает, что я больше не буду. Если вот этого «я больше не буду» нет, покаяния нет. Просто расчувствоваться о том, что ну скверно же я вот поступил, негодяй же я все-таки, это не годится. Точнее, этого недостаточно, это хорошо, но этого недостаточно. Необходимо вступить в завет, необходимо заключить союз с Богом. И, кстати, даже внешне, в нашей практике современной церковной, это похоже. Крест, Евангелие. Перед этими знаками христианства вообще-то цари и президенты вступают в должность. И есть, кстати, такая украинская традиция. Во время покаяния человек кладет руку на Евангелие. И в течение всей исповеди он держит руку на Евангелие. Это как раз и есть внешний знак, что ты вступаешь в завет с Богом. Ты подписываешь с Ним договор о том, что греха этого больше не будет. Следующее, третье определение. Покаяние есть купля смирения. То есть во время покаяния мы нечто покупаем. Что мы покупаем? Смирение. Это совершенно новое качество. Наша борзость, наша дерзость, наша наглость – она остается там. От нее я отказываюсь. Теперь я покупаю смирение. А смирение еще не каждый хочет. Я до смирения, да ты что? Нет, не надо. Это не для меня. Я не женщина слабосильная, я не бабуля немощная. Какое мне смирение? Мне жить надо, мне пробиваться надо, мне вперед надо двигаться. А никто и не хочет из нас сделать слабосильных женщин или бабушек. Даже из женщин никто не хочет сделать таких женщин. Смирение – это совсем другое. Смирение – это с миром. Смирение – это когда все, что со мной происходит, я принимаю с миром, не с бунтом. Хорошо или плохо, я это принимаю с миром, я этому не противлюсь. Я это принимаю из руки Божьей. И смирение – это почитать другого выше себя. И человек, который имеет внутреннее смирение, он может быть, кстати, полководцем, он может быть бизнесменом, он может быть политиком, и при этом иметь глубокое внутреннее смирение. Ну, кстати, о таком внутреннем смирении свидетельствует у нашего последнего государя-страстотерца, что оно имело место у него. При этом человек поступал иногда очень странно, пусть о том уже судят историки. Вот.
Но внутреннее это качество, оно при этом может иметь место. Четвертое покаяние есть всегдашнее отвержение телесного утешения. О, это как? Тут вроде бы хоть на 7 недель, а тут что, еще и всегдашнее? Много ли получится? И как-то почему отказываться от телесных утешений? Ну, опять, как уже говорил Иоанн Лествичник, дальше еще жестче пишет, уже там для отшельников, мы в те пещеры не пойдем, мы направимся в наши многоэтажки, мы здесь, в городе. Что тогда значит отказаться от телесных утешений? В принципе, от телесных утешений полностью отказаться не может никто. Даже никакой монах, никакой отшельник, никто. Все нуждаются в том, чтобы отдохнуть. Все нуждаются в некотором пропитании. Всех радует хорошая погода. Это уже телесное утешение. Ну а дальше больше. Кто-то ходил целый день по Эрмитажу. Вот. Ну какие телесные утешения? Их может быть много. Так вот все-таки, как это покаяться, это значит отказаться от телесных утешений. Уже мы с вами скоро научимся сразу находить рецепт, находить способ объяснения. Не само по себе телесное утешение Богу противно. Иначе зачем Он их нам дал? А почему тогда у нас самая способность и потребность в них имеет место? А в том, что если эти телесные утешения становятся самоцелью. Если я живу ради телесного утешения. Если без телесного утешения мне жизнь не жизнь. Такой человек очень слабый, он всегда капризный. Он очень уязвим. Ведь стоит чуть-чуть познакомиться с человеком, узнать, в чем он получает телесное утешение. Ну, у каждого же свои утешения, да? Кому мороженое, кому пирожное. Вот. Ну, это же легко выяснить, у кого в чем. А дальше остается только лишить этого. И человек сразу вышел из себя. Если мы от телесного утешения зависим, то мы не властны тогда ни в настроении своем, не властны ни в решениях своих, и в конечном счете вообще ни в чем. И как раз тогда мы и превращаемся вот в этих, простите, слабосильных женщин, которые ни к чему не способны. Вот тогда мы и превращаемся в этих капризов. Но если телесное утешение мы можем принимать во славу Божью, если мы можем ему чисто радоваться, нисколько не имея к нему пристрастия, и если, лишаясь телесного утешения, мы внутри ничего не теряем, если это еще и правда так, то это пятая ступень лестницы. Это покаяние. То есть покаяние, когда телесное утешение мы можем воспринять как Божий дар, мы можем его воспринять с радостью, с приятностью и с благодарением, но мы никаким образом не входим в зависимость от него. Ну, здесь можно даже сказать уже о тех жестких утешениях, когда человек просто порабощается окончательно. Курение, наркотик, тот же алкоголь и так далее. Когда уже человек без этого жить не может. И тогда мы видим, как человек быстро катится вниз. Вот от этих телесных утешений, если быть всегда отрешенным, то это и есть покаяние. Это определение покаяния есть помысл самоосуждения и попечение о себе, свободное от внешних попечений. То есть каемся мы тогда, когда имеем самоосуждение. Что ж говорить на той же исповеди, об этом могут сказать очень многие священники, наверное, даже все. Человек исповедует свои грехи,
Но его исповедь, она носит не характер самоосуждения, а характер самооправдания. С одной стороны, а тебя ж никто не заставил сюда прийти, но пришел. Ну, совесть-то есть. А иногда, может быть, просто привычка есть, образ жизни. И вот человек говорит о грехе, так, я вот это сделал потому-то, потому-то. Раз, сразу три объяснения. И это было потому-то, потому-то. И то было вот поэтому и поэтому. И от всех грехов оправдался. И встал с колен, икону пиши, с этого человека. Вот это не есть покаяние. Покаяние есть самоосуждение. Покаяние должно быть беспощадным в отношении самого себя. А когда мы каемся, щадя себя, то в этом нет покаяния. Щадить должны мы других. И даже тот же священник порой должен щадить кающихся, не возлагать бремена неудобно носимые. А вот самого себя не надо. Покаяние – это когда есть самоукорение. Когда нет самоукорения, нет самоосуждения. Я это сделал, но в этом виноват мой сосед. А это я сделал, в этом виноваты вообще общество, все так делают. А это я сделал, потому что куда мне было деваться. Ну вот это не покаяние. Покаяние должно быть самоосуждением. Дальше преподобный говорит, что покаяние есть дочь надежды и отвержение отчаяния. Вот это очень интересно. Иногда кажется, что кающийся – это такой унылый грешник, отчаявшийся. А вот есть люди, полные энергии, духа и так далее. Так вот здесь говорится, что покаяние – это есть как раз отказ от отчаяния и дочь надежды. Человек не кающийся, вот он легко впадает в отчаяние. И тот, кто сегодня там, тот завтра пропал. Сегодня он велик, а завтра он ничтожество. Это потому, что нет покаяния. А когда есть покаяние, то как раз нет никакого отчаяния. Покаяние – дочь надежды. Кающийся человек, он всегда просветлен. Он никогда не уныл. Хотя он и обливается слезами покаяния. Покаяние – это примирение с Господом через совершение благих дел, противных предыдущим грехам. Это тоже необходимо. Как Закхей, когда он покаялся, а он был нечист на руку. И что он говорит? Он говорит, что кого обидел, верну четверо, а имение вообще половину раздам. То есть теперь он делает противоположную своему греху добродетель. Именно так и возлагаются опытными духовниками епитимии. Епитимия – это не просто «вот тебе такой-то канон, столько-то раз, столько-то дней». И человек опять сквозь сон, сквозь еще чего, не знаю как, вычитывает это все, потом вычитал, точку поставил, я епитимию выполнил. Нет. Епитимия – это в первую очередь поступок, противоположный греху. Да, лишнее взял, лишнее отдай. Обидел – примирись. Кого-то обозлил – порадуй. Ну и так далее. То есть покаяние не может быть без добрых дел, которые противоположны греху, в котором мы каемся. Если мы в каком-то грехе каемся, а противоположную добродетель не стяжаем, не приобретаем, то такое покаяние не имеет силы. Покаяние есть очищение совести. Ну, тут все достаточно понятно. Именно через совесть, через покаяние очищается совесть. Совесть есть у всех. Но если эта совесть не омывается покаянием, то она становится все менее и менее чувствительной.
она тогда грубеет, она сгорает, порой вообще превращается в пепел. И уже тогда мы говорим, вот человек бессовестный, он уже реально не чувствует. Он как слон в посудной лавке, молотит все вазы и хрустали, и он не чувствует, что он делает что-то при этом не так. И наоборот, человек совестливый, он чувствителен. Чувствителен к своим поступкам и чувствителен к своим близким. Вот это достигается через покаяние. Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного. От скорби никуда не денешься. Скорби есть у всякого человека. Их не надо, причем, собирать, искать, они сами нас находят и приходят к нам. Если человек не раскаивается в своем грехе, тогда он в скорби становится нетерпелив. Человек кающийся, он очень терпеливо переносит скорбь. И поэтому, исходя из того, как мы терпим скорби, мы можем, как индикатор, можем воспользоваться и определить, а есть ли в нас покаяние. Если мы замечаем, что мы на скорби всегда реагируем бурно, что мы всегда от них отгребаемся, мы всегда им противимся, они нас злят, ну и терпеть мы их не можем, да когда это все кончится и так далее, ну значит нет покаяния. Значит, все разговоры о покаянии, даже о еженедельной исповеди, она происходит, допустим, а покаяния-то нет. Это, все эти разговоры, они тогда достаточно праздны. Подлинное покаяние, оно приводит к легкому перенесению скорбей. Кающийся есть изобретатель наказаний для самого себя. Ну вот еще одно. У монашествующих подвижников это действительно часто приобретало очень такие, даже немножко причудливые и конкретные формы, когда они изыскивали наказание для самого себя. Во всем есть тонкие грани. Во всем очень легко переступить какую-то грань. Но, с другой стороны, без того, чтобы наказать самого себя, мы по-настоящему покаяться тоже не можем. Если мы покаялись, и с легкой душой, фу, все, позади, вперед, как бабочка, порхаем. Трудно говорить о серьезном покаянии. Кающийся, он себя наказывает. Он себя чего-то лишает, на себя что-то возлагает. В наших условиях, вот таких городских жителей, тружеников в миру, семейных людей, нет надобности вот эти наказания делать какими-то, ну, подсмотреть в житиях, а ну-ка и я так сделаю. Это, вы знаете, что один святой сделал? Вот иногда говорится, Иоанн Лествичник в одном месте сказал, не подражай святым. Один святой встал на перекрестке, где-то на площади, на одну ногу, и как балерина другой вот так вот крутил, ну, как говорится, как дурак. Вот. И долго-долго так крутился. Его, для того, чтобы все его осуждали. Это называется таким где-то, может быть, духовным максимализмом. Естественно, нам с вами это глупо. А вот блаженные, они так делали. Они так делали и спокойно делали. И у нас на Руси они, в общем-то, были во все времена, эти блаженные. Они наказывали себя вот так, скажем, подобным образом. Нам не требуется, от нас не требуется этого. Как раз внешняя эффектность, как правило, вредит.
Поэтому святые даже запрещали вот таким способом каяться. Уверен, что на сегодня любой духовник запретит вот стать на перекрестке и вот так вот на одной ноге крутиться. Потому что ничего душеполезного от этого человек не приобретет. Это должно все быть очень скромно, где-то даже и малозаметно, но ощутимо для себя. Покаяние есть крепкое утеснение чрева и уязвление души в глубоком чувстве. Ну, это пост. Это пост, и в нашей церкви постов достаточно. У нас их больше, чем 200 дней. Утесняя, пусть в малой степени, чрево, мы также должны приобретать покаяние. К сожалению, конечно, наши посты, особенно все, кроме великого, они по большей своей части никакой духовной нагрузки не несут. Все-таки Великий пост, многие наши христиане, они постятся, ну, как-то реально. А вот те остальные посты, даже среда и пятница, чисто диетическая такая перемена, которая почти никакого отношения к реальной духовной жизни, покаянию не имеет. Поэтому вот здесь опять, как преподобный выразился, изобретатель. То есть надо быть немножко изобретательным. В диете постовой, особенно для христиан таких воцерковленных, там вообще ничего изобретать не надо. С закрытыми глазами хозяйка готовит постное блюдо. Очень вкусное. А вот изобрести что-то такое, чтобы мы это действительно очень ощутили, и чтобы даже и плоть наша действительно в некоторой степени была утеснена. Через это мы получаем пользу в покаянии. Вот это есть четвертая, пятая уже ступень. Вествицы. Интересное наставление дает преподобный для кающихся. Прежде падения нашего бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения жестоким. Это что такое? Мы находимся в состоянии искушения. У нас есть какой-то соблазн совершить некий грех. И в этот момент нам всплывает притча о блудном сыне, где такой хороший отец принял блудного сына и все ему простил. Нам вспоминается, если кто Библию более-менее знает, что Бог долготерпелив и многомилостив, человеколюбец. Вспоминается, как в храме батюшка возглашает, яко благ и человеколюбец, Бог еси. Все вот это вспоминается, что Бог очень человеколюбивый. Ну, а коль скоро так, ну что тут такое, ну чуть-чуть, немножко, ладно, сделаю. Бог простит. И ведь нередко человек именно с этими словами и совершает какой-то грех. Говоря слова «Бог простит». Кстати, вот эти слова «Бог простит», они такие очень странные. У нас была, ну, давно еще в Енисейске служил, одна прихожанка, она уборщица была в храме. И она много раз меня как-то удивляла какими-то своими изречениями и вопросами. И как-то подходит, то ли это был прощенный день, то ли что. «Прости меня, Бог тебе простит». Ну, я так говорю. Она говорит: «А батюшка, ты что ли Бог?» Я говорю: «Да нет». Ну вот. «А как ты говоришь, Бог простит? Ты что, за Бога тут? Ты скажи, что ты прощаешь. А уж у Бога я как-нибудь попрошу прощения». Вот это «Бог простит», оно так благочестиво звучит, а фактически благочестие – это такое, в кавычках. «Бог простит» – это пусть Бог и скажет, когда Он простит. Вот. Другое дело, если скажу «Прости, Господи, а я тебя прощаю». Переставьте слова.
прощенное воскресенье у нас через пару дней, скажите: «Прости, Господи, а я тебя прощаю». То есть ты сотворяешь молитву за человека, чтобы Бог ему простил, а с своей стороны прощаешь. Вот. А вот это «Бог простит» – это всегда бывает накануне совершения греха. Это зеленый свет «Езжа, греши». Когда согрешил, тогда бес наоборот. Когда он начинает в памяти человека представлять страшный суд, огненную реку, тогда появляются вечные муки и так далее, и Бог становится жестоким, непреодолимым. И то, и другое делали бесы. Первое они делали, чтобы мы безбоязненно согрешили, а второе, чтобы согрешившие отчаялись. Ведь когда мы видим Бога жестоким, непробиваемым, тогда, как опять помню, одна прихожанка там что-то заходит, там про Царство Небесное, а другая говорит: «Да какое тебе Царство Небесное, все в аду будут». Вот тоже рассуждение воцерковленных людей. А все равно все в аду будут. Что ты там вообще? Какое? Это вот уже тоже действие беса. Тогда мы теряем отчаяние. То и другое состояние, они вредны. Подлинное покаяние, оно перед грехом показывает нам Бога судью, а после греха оно показывает нам отца, который ждет блудного сына домой. А не наоборот. Вот здесь мы опять видим, что такое духовная последовательность. Не временная последовательность, а духовная последовательность. Как одно должно следовать за другим. А если их переставить, то из пользы получается вред. И от суммы переменных мест слагаемых, от переменных мест слагаемых сумма меняется очень сильно. Вот так вот бывает духовная жизнь. На пятую степень вошел ты, покаявшийся, покаянием пять чувств, как пятая ступень, очистил. Непроизвольным томлением и мучением ты избежал невольного. Так мы поднялись на эту пятую ступень, ступень покаяния. Тут можно сказать еще то, что покаяние есть разовое. То, когда мы уходим из мира и встаем на путь Христов, рождение свыше, обращение, это бывает раз в жизни. И то непрерывное состояние человека в покаянии, которое продляется до последнего нашего вздоха. И то есть, как мы уже сказали, что покаяние – возобновление крещения. Разовое и потом происходящее в течение всей жизни, чтобы мы никогда не теряли этого чувства. Потому что как только мы его теряем, мы становимся безрассудными, легкомысленными и легко вновь впадаем в грех. За пятой ступенью шестая. Поднимаем свои стопы и поднимаемся дальше. Слово шестое, ну уж очень немодное. В приличном обществе говорить как-то не положено об этом. Неприлично тоже. Нигде не принято сейчас об этом говорить. О памяти смерти. А это еще чего? Мы с вами здоровые, хорошие люди. Даже в церкви мы поем много лета, мы все гласы и мелодии. Мы всегда желаем всем долголетия. Вот. Причем у молодых на эту тему все нормально. Но чем старше становится человек, то есть чем фактически он реально ближе подходит к этой черте,
всем, не знаю, на каких подсознательных и сознательных уровнях, он начинает изощряться. Вот я помню, у человека, известного в городе человека, 60-летия. Мне довелось тоже на нем присутствовать. Присутствует, ну, как говорится, элита города, все, его поздравляет. Ему говорит, сегодня у вас начало зрелости. Человек прожил 60 лет, и у него только еще начало зрелого пути. Интересно, чем он 60 лет занимался. Вот вообще, я бы воспринял как оскорбление. Это значит, 60 лет я вообще-то был дурнем. Вот. Я просто болтался, балаганил, и все. А теперь вот еще зрелость-то не пришла, но уже пора на нее, на этот путь ступить. А дальше было совсем не смешно. Человек этот через 3 года отошел в иной мир. И вот подобные вещи я замечал и не раз. Чем ближе человек реально к этой черте, тем он изощреннее начинает как-то вести себя и говорить так, что этого никогда не будет. Помни день смертный, день судный, и вовек не согрешишь. Это слова Священного Писания. Для человека, который не живет в Боге, это не тема. На эту тему приличные люди не говорят. Более того, мне уже как священнику неоднократно приходилось бывать, скажем, ну вот уже раковый, больной, еще что-нибудь. Но когда все знают, что почти 100%, что человек отходит, так нет. Оказывается, ему говорят, что вот уже через 2 месяца уже и весна, и тепло скоро будет, ты встанешь, мы с тобой будем ходить. Хотя знают, что в это время его уже на свете не будет здесь. И он в это как-то верит. И вся атмосфера такова, что даже священник приходишь и не чувствуешь себя вправе говорить честно и прямо о том, что есть реальность. Это свидетельствует о потрясающей слабости человека. Вот это и свидетельствует о его полной привязанности, как там перед этим мы читали, к утешениям плотским, к утешениям телесным. Потому что без них для него ничего другого и не существует. И это даже случай, если в принципе он православный, он верующий, даже исповедуется, причащается. Преподобный говорит совершенно иное. И это слово 6-е, память смертная. Человек должен совершенно четко, понятно, ясно для себя это иметь в памяти, не избегать этой мысли. Она его ведет к восхождению. Она его ведет к совершенству, эта мысль. А вот как именно, немножко прочитаем. Преподобный говорит, память смерти есть повседневная смерть. Память смерти есть повседневная смерть. То есть, если ты реально знаешь, что эта жизнь не навсегда, то это не навсегда, оно касается каждого дня нашей жизни. Один молодой батюшка проповедь сказал. Он был достаточно красноречив, умен, талантлив, как и очень многие в молодости. Проповедь он говорил там что-то об идолах. Ну, такую вот сказал проповедь. После службы он идет вместе с уже опытным, немолодым священником. Ну, он спрашивает, отче, скажите, ну как вот проповедь? Ну, вроде бы... что-нибудь подскажите, а сам изнутри, конечно, ждет некой похвалы, что вот, ну, молодец, хорошо сказал. Опытный проповедник и духовник не стал его ни хвалить, ни в чем-то укорять. Он только его спросил, слушай, если бы сегодня ты этим людям говорил последний раз, ты бы им об этом говорил, ты бы им так говорил. Тот, слегка задумавшись, говорит, нет, батюшка,
Так вот, говорит, говори проповедь так, как если бы ты этим людям говорил в последний раз. Тогда ты никогда не скажешь ничего лишнего. Тогда ты никогда не скажешь чего-то, за что тебе потом самому будет стыдно и жалко. И тогда ты никогда не упустишь самое главное. Ведь напоследок мы обязательно скажем самое главное. Мы не будем размениваться на мелочи. По евангельским словам, единое на потребу. А можно Марфа, Марфа, печешься о многом. И проповедник может печься о многом. Он может много что рассказать людям. А вот это единое, это главное. Вот это и есть память смертная. И она превращается в повседневную смерть. И это не делает человека каким-то зашуганным, каким-то, не знаю, нежизнерадостным даже. Нет. Это человека вообще-то делает просто-напросто нормально. Он живет адекватно. Он не живет в мире иллюзий, о которых сам знает, что это иллюзия, но пусть лучше будет эта иллюзия, чем та правда, о которой он знает, что она правда, но пусть лучше она все-таки не будет. Это очень важно. Преподобный говорит, боязнь смерти есть свойство человеческого естества. Человек, все живое, кстати, не только человек, а вообще все живое, но избегает смерти. Происшедшее от прислушания, а трепет от памяти смертной есть признак нераскаянных согрешений. Вот здесь две такие вещи. У человека на инстинктивном уровне есть страх смерти и избегание смерти. И это нормально. Как раз когда этого нету, то в психиатрии это квалифицируется, в общем-то, как неадекватность. Когда у человека нет страха смерти. Ну да, тогда он может шагнуть через балкон там, или еще что-то, он будет делать какие-то нелепые поступки. У человека должен быть здоровый, естественный страх смерти. Он действует даже на инстинктивном уровне. Ну, даже переходя через проезжую часть дороги, да, это же на инстинктивном уровне все действует. И это позволяет нам жить, и это нормально. Боязнь смерти, он говорит, есть свойство человеческого естества, но теперь он переходит к тому, уже не к здоровому, нормальному инстинкту самосохранения, а к тому, что человек... Ее боится, и оттуда все то, о чем мы только что сказали. Человек страшно боится самой мысли о смерти, самих слов о ней. Почему? Преподобный говорит, это следствие прислушания. Человек нарушил заповедь Божью, а Бог ему сказал, в день, в который нарушишь смертью, умрешь. Бог сказал Адаму и Еве, вот плод, которого не надо есть, а день, в который вкусишь, смертью умрешь. Вкусили. И вот с этого момента появился у человека, вот, появился этот самый страх, это боязнь. Это как преступник, он боится милиционера. Ну, нормальный человек идет, но идет милиция, пусть себе идет. Она у него не вызывает как-то никаких даже эмоций, что ли, особых. А если человек, ну, только что где-то что-то обворовал, ему кажется, что все на него смотрят. Все его подозревают. Он видит милицию, ему кажется, что он сейчас меня схватит. Вот эта боязнь произошла от чего? От преступления. Ты совершил преступление, теперь ты всех боишься. И вот человек, согрешивший, он боится смерти. А у человека, покаявшегося, все меняется. После покаяния мысль о смерти перестает пугать. Ты уже не ходишь, как тот воришка, не озираешься и не оглядываешься. Для тебя это уже теперь нормальная вещь, которая со всеми происходит, в свое время произойдет и с тобой. Так что вот эта боязнь, она от прислушания. И она проходит у человека, покаявшегося
прислушании, у него же вот этого страха смерти нет. А вот трепет памяти смертной есть признак нераскаянных согрешений. То есть такой человек, он боится панически. Ну, как мы сейчас сказали. Панический страх, который... И тогда человек всеми способами все сделает так, чтобы этого не было. Ну, вот такое. Вот, кстати, Европа, за которой мы с легким отставанием всегда идем. И, кстати, многое уже приходит к нам. Как они совершают свой последний долг перед покойными? Отошел человек, позвонили, пришли, забрали. После этого ты больше покойника вообще не увидишь. Тебя даже не пускают к нему. Максимум там один раз, где-то в какой-то день, на какие-то 15 минут, и то через стекло издалека ты его увидишь. А в общем-то можешь и не ходить, и не смотреть. Потом уже на кладбище, и там все сделают другие, ты не будешь делать ничего. Твое дело только денежки платить. Ты платишь денежки, там все это погребается опять, потом ты приходишь, уже холмик, и все. Все делается так, чтобы ты никаким способом это не пережил. Вот в отличие от этого православная традиция, которая совершенно не боится родительских суббот, которая не боится, когда отойдет человек, трое суток до погребения круглосуточно читать у гроба псалтирь. И никуда его не надо увозить, которая с честью достоинства вот на плечах несет его на место последнего покаяния. Все построено так, чтобы человек это глубоко пережил. И от этого в человеке появляется глубина. Глубина жизни и смерти. А от того поверхность. То есть человеку жизнь устраивает так, как будто ее нет. Вот, живи в таком легком мираже. Что им есть полезного от памяти смертной? Если таковая имеется у человека, он отлагает ненужные попечения. Это резко меняется образ жизни. Тогда вдруг начинаешь понимать, как много ты делаешь необязательного, без чего можно обойтись. И ты откладываешь эти ненужные попечения. Но наоборот, ты начинаешь понимать, как много обязательного ты не делаешь. И тогда ты начинаешь это делать. И жизнь человека опять из эфемерной превращается в реальную, в достойную. Во-вторых, память смертная, она производит непрестанную молитву. Человек всегда пребывает в молитве. Это не значит, что он весь день стоит у иконочек, там лампада горит. Нет, он занят всеми своими делами. Но какими бы делами он ни был занят, или он работает на производстве, или он занят там своим бизнесом, или он читает лекцию, или моет посуду, или строит, ремонтирует, неважно что. Но внутренняя молитва, внутренняя сопричастность Богу, она всегда ему присуща, он ее не теряет. И, наконец, третье – это хранение ума. Человек, который помнит день смертный, он хранит ум. Его ум не мечется. В нем гораздо меньше дурных помыслов, ненужных намерений и всего прочего. Это очень хорошая возможность сохранить ум. Преподобный говорит о том, что и Божьим промыслом предусмотрено, чтобы мы этого дня не знали, когда он будет. Это так к нашему же и благу устроил Бог. Потому что если бы мы знали это, то невозможно бы было жить.
Ну, например, если бы я знал, что мне еще 10 лет жить, я бы не пользовался лестницами. Я бы шел прямо через балкон. Я же знаю, что со мной ничего не случится. Я же останусь живой. То есть моя жизнь сразу превратится в какую-то бесконечную последовательность глупых, нелепых, смешных, бессмысленных, ужасных и прочих поступков. И только неизвестность этого дня, она позволяет мне жить нормально. Позволяет жить нормально, соответственно тому, как ну, жить человеку и должно. К тому же, если опять ты знаешь этот день, то ты всегда будешь откладывать крещение, откладывать вообще начало своего спасения. А, так мне еще 35 лет. Какие проблемы? Вот через 3-4 года я пойду покрещусь. Тогда уже зачем сейчас-то? И наоборот, если вдруг этот день уж очень близок, тогда паника и опять полная невозможность нормально жить. Вот поэтому Господь скрывает это от людей, потому что это людям не полезно. Вот это шестая ступень, на которую предлагает нам подняться преподобный. Приятна она или неприятна, не знаю, но для христианина она нормальная, и она даже светлая. Апостол Павел говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. То есть смерть он ничего не теряет. Христианин смерти ничего не теряет. То, что мы теряем в смерти, то и недостойно того, чтобы мы это имели. А все подлинное, оно не теряется в смерти. В смерти, наоборот, ты еще обогащаешься и приобретаешь. И это опять не делает нас людьми, которые в этой жизни, значит, ничего делать не надо. Нет, ты будешь это все делать. Но только ты будешь это все делать во славу Божию, ты это все будешь делать на благо людям. И ты никогда не прилепишься к этому сердцу, и это никогда не станет твоим достоянием, то есть твоим идолом, твоим башком, который ты таскаешь у себя в кармане, и с которым ты никак не можешь расстаться. Преподобный говорит, шестая ступень, кто зашел в нее, тот вовеки не согрешит. Поминай последняя твоя, и вовеки не согрешишь. Это из книги Сираха, 7 глава. Такова была шестая ступень. Ступень седьмая. Ступень седьмая и название интересное. О радостотворном. Намеренно не читая дальше, то есть о чем-то таком, что творит радость. А что творит радость? Что творит радость? Наверное, радость творят комики, комедии, да, шутники. Что еще нам творит радость? Ну, удовольствие, да. Преподобный говорит о радостотворном плаче. О радостотворном плаче. Это седьмая ступень этой лестницы. Плач, который творит радость. Христос в Нагорной проповеди говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. А в передаче евангелиста Луки даже жестче эти слова. Блаженны плачущие, ибо они воссмеются. Этот мир создал гигантскую индустрию смеха. Мир смеется. Мир развлекается, мир веселится. И для того, чтобы было весело, что только не создается и что только не придумывается.
многотысячные залы собираются, при этом по несколько тысяч рублей надо заплатить за место. И ведь собираются, чтобы хохотать, чтобы веселиться и так далее. Причем, смотрите, ведь Господь не против радости. И если Он говорит, «Якоти восмеются», то даже в смехе есть нечто святое. Как к этому прийти? И как ни странно, через плач. Псалмопевец Давид говорит, «Кто со слезами сеет, тот пожинает с радостью». А мы, нам хочется сеять с радостью, со смехом. Что мы пожинаем? Плач. Это опять наглядно при воспитании детей. Когда дети играют, веселятся, все хорошо, родители довольны. И вдруг чувствуют, что расшалились. Там уже такой грохот, такой хохот, такой смех. И понимаешь, сейчас будет рев, сейчас будет плач. Не успеешь повернуться им сказать, оно уже произошло. Уже кто-то грохнулся, кто-то орет, кто-то ревет, кто-то плачет, все. Если мы хотим пользоваться вот этой индустрией смеха, ради которой столько сегодня все делается, то значит скоро будем горько плакать. А радость творят слезы. Радостворный плач. Плач по Богу, говорит преподобный, это уже седьмая ступень. Есть с этого не души. То есть, когда душа, она входит в такое умилительное состояние, когда она оплакивает свои согрешения, оплакивает неверные поступки, когда глаза слегка увлажнены. Как некто сказал, глаза промытые слезами. Пусть не обижаются наши братья-американцы, но у нас в России есть даже такая, ну как, поговорка или как сказать, американская улыбка. Улыбка, в которой нет радости. Улыбка, в которой светится белизна зубов. Но улыбка, в которой нет внутреннего состояния души, нет внутренней радости. И вот эта американская улыбка, она может быть иногда лучше, чем какой-то рев, крик и мат. Но, хотя хрен редьки не слаще. Вот. В ней нет радости. И потому она не является радостотворной. Кстати, был такой случай, когда одному психотерапевту приходит пациент и жалуется на то, что в жизни его ничто не радует. Тогда ему дается совет, что вот как раз наш город, приехал известный артист, комик, и говорят, очень там как-то весело, люди проводят вечера, ну здорово там. И он советует ему туда сходить для того, чтобы развеселиться. Пациент ему говорит, доктор, вы меня простите, но я и есть этот самый артист, который веселит всю публику. Вот что мы можем иметь. А преподобный говорит о радостотворном плаче. Умиление есть непрестанное мучение совести. То есть, когда совесть нас укоряет, и у нас появляются слезы. Вот это слезы, которые принесут нам скоро радость. А мы
от угрызения совести отмахиваемся, как от назойливой мухи. Нам надо чем-нибудь, как-нибудь заглушить. Достигши плача, всею силою храни его. Слезы – это великое достояние, это великое дарование Божье. Когда апостол Петр отрекся от Христа, он что? Вышел вон и, как там дальше, плакал горько. Вот два человека, совершивших фактически одинаковый грех. Один предал, другой отрекся. Ну, взвешивать, что из этого лучше, что хуже, не стоит. Два примерно равных греха. И оба покаялись. Но один через покаяние вошел в состояние отчаяния, а другой был прощен и вновь возвращен к служению апостольскому. Вышед вон, он плакал горько. И еще почему? Когда появились у него эти слезы у апостола Петра? Сказано, что Иисуса проводили как раз по двору, где он там ночью грелся, и совершилось это отречение. И Иисус посмотрел на него. И Петр увидел Иисуса, и взгляды скрестились. То есть и слез, и тогда он вышел вон и плакал горько. То есть надо не просто плакать, а встретившись взглядом со Христом. Кстати, про Иуду. А почему у него не случилось прощения и радости потом? Что, Господь бы ему не простил? Иуда не встретился взглядом со Христом. А куда пошел? К распинателям Христа. К тем, кто его осудил. Он им вернул деньги. Может быть, и надо было к ним сходить и деньги-то эти им вернуть. Это было, скорее всего, правильный поступок. Только, как и пишется в толковании, в это время Иисус висел на кресте и еще был жив. Ему надо было туда бежать. И Иисус висел бы на кресте, и они бы взглядами встретились. И вот тогда бы он тоже заплакал горько слезами Петра. И он, безусловно, был бы прощен так же, как и был прощен Петр. Потом, пожалуйста, иди там, возвращай деньги, куда их надо вернуть, и так далее. То есть очень важно, чтобы и покаяние, и слезы, они были не какие-то абстрактные, а они были при встрече со взглядом Христа, перед Христом. Вот там это все начинает творить радость. Без Христа никогда это не принесет радости. Потому что и правда есть такие меланхоличные люди, которые совсем заплакиваются, ну и хорошего в этом ничего нет. Они становятся ужасными, несносными, невыносимыми людьми, с ними просто жить становится невозможно. Потому что не перед Христом плачут. Плач должен быть от взора Христова. Вот преподобный пишет об этом. «Воздыхание наше и сетование вопиют ко Господу». Вот куда идут наши воздыхания и сетования, от которых бывают наши слезы. Происходящие от страха, и они ходатайствуют о нас. Это первое состояние. То есть, когда мы плачем от страха, от Божьего страха, тогда наши воздыхания и слезы, они идут к Господу и ходатайствуют за нас перед Ним. А второе – это слезы от всесвятой любви. Они говорят, что наше моление уже принято. То есть до тех пор, пока мы плачем от страха, мы получаем ходатая у Бога. Наши слезы ходатая пред Богом. А когда мы уже плачем от любви, значит, нам уже все прощено. И вот эти вторые слезы, это есть слезы святых. Это есть слезы умиления, когда уже не страха ради, а любви ради увлажняются наши глаза. Я думаю, некоторые сейчас могут немножко или напрячься, или посетовать, а другие, наоборот, порадоваться.
Порадуются в основном женщины, особенно некоторые из них. Женщинам по природе легко плакать, мужчинам труднее. Большинство мужчин, ну, не плаксивы, некоторые вообще никогда не плачут. Так что, значит, для женщина мигом махом проскакивает через эту ступень и восходит к Богу, а мужику никак не перебраться? Не так. Слезы, они действительно бывают радостные, разные. Слезы, они должны быть слезы души. Действительно, есть люди, которые не скоро и очень редко плачут внешне. Но дерзну сказать, у этих людей слеза, наверное, из золота. Она весомая. Есть человек, который легко плачет. Уже люди все и привыкли, не обращают на это внимания, и человек сам уже на это не обращает внимания. Здесь может быть много легковесности. Естественно, мужскую и женскую природу не переделаешь, это нормально. Пусть каждый остается таким, какой он Богом сотворенный, это нормально. Но главное, чтобы это были слезы души, не плаксивость. Вот, ну, не нюню хочет увидеть Господь на седьмой ступени восхождения, а Он хочет увидеть радостотворный плач, а не просто нашу расчувствованность. В расчувствованности, может быть, и нет в принципе ничего плохого, но и сказать, что в ней есть что-то особо святое, тоже невозможно. По крайней мере, седьмой ступенью этой лестницы это не является. Здесь именно плач Божий, плач страха Божия и плач любви Божией. Если мы в тех, которые думают, что плачут по Богу, видим, как после этого они гневаются и пребывают в гордости, то слезы таковых должно считать неправильные. Ибо какое общение света и тьмы? Вот здесь опять та же тема, что не всякая слеза является слезой святой и слезой радостотворной. Ну хорошо. Кстати, вот утешение тем, кто не имеет слез. Видел я в некоторых плач и видел других, которые плакали о том, что не имели плача. Сии последние, хотя и имеют плач, думают, что он его не имеет. И добрым неведением своим сохраняется от окрадения. О них-то и сказано: Господь умудряет слезы. То есть, если у тебя нет вот этих радостотворных слез, тогда сокрушайся о том, что у тебя их нет. И такой человек, он сокрушается о том, что у них нет, а пред Богом они там есть. Вот такое утешение есть от Иоанна Лествичника. Сподобившийся достигнуть этой седьмой ступени, да поможет, ибо сам достигнуть, да, сподобившийся достигнуть ее и мне, да поможет. Ибо сам он получил уже помощь, омывшись на сей ступени, от скверны века сего. Но здесь Иоанн Лествичник просит, чтобы тот, кто поднялся на ту ступень, мне-то тоже помоги. То есть мы с вами вместе, мы церковь. Тот, кто поднялся, помогает тому, кто еще не поднялся. Следующая ступень, восьмая, я уже совсем кратко о ней, потому что все равно в рамках времени наших бесед мы не можем все подробно. Это безгневие и кротость. То есть, когда человек прошел через радостотворный плач, он становится человеком, свободным от гнева, от психа, говоря вот по-нашенски. Он становится кротким. Кротким, то есть укрощенным. Кротость есть недвижимое устроение души,
в бесчестии и в чести, пребывающее одинаково. Недвижимое строение души, то есть душа не колеблется, не движется, и в бесчестии, и в чести. Поэт как сказал: хвалу и клевету приемле равнодушно. Ну и не оспаривает глупцов. Вот. Вот это хвалу и доброту приемле равнодушно, это и есть то, что здесь преподобный Иоанн Священник говорит: недвижимое устроение души. Она уже не колеблется от того и другого. А мы же как? Нас похвалили, но мы и разомлели. Нас поругали, мы уже ничто. Мы сокрушаемся. Или наоборот, гневаемся, психуем и пытаемся отомстить и взять свое. Вот эта кротость, она и Христом упомянута в Нагорной проповеди. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И еще вот одну мысль, и на этом я по этой ступени закончу. Мы часто говорим: да, я гневлив, я могу наорать на человека, но я отходчив, у меня зла нет. Я помню, как один человек, ну хорошо, на меня наорал. Вот. А потом мне рассказывает о том, какой он отходчивый, что у него никакого зла нет. Хорошо, я думаю, тебе-то хорошо. Ты отходчивый, у тебя зла нет. А мне? Я-то не отходчивый. А мне-то теперь куда? А он вот все, уже обниматься, целоваться готов. Он отходчивый. Что пишет Иоанн Весвичник про отходчивых? Не должно быть от нас сокрытого, друзья. Кстати, интересно, когда он вдруг иногда говорит про друзей. Ну, про товарищей не говорит, вот не дожил до 20-го. Вот. Не должно быть от нас сокрытого, друзья, и то, что иногда во время гнева лукавые бесы скоро отходят от нас. И все, у нас действительно и правда зла никакого нет. Как говорится, выплеснуть злую энергию. Некоторым даже дают боксерские перчатки, вот лупить там по какой-то груше, значит, чтобы выплеснуть злую энергию. Вот. Они скоро отходят от нас с той целью, чтобы мы о великих страстях, то есть о большом грехе, не родили, а думали, что он маловажный. И через это сделали свою болезнь неисцелимой. То есть отходчивый человек в этом смысле находится в очень опасном состоянии. Он думает, что этот грех совершенно маловажный. Ну да, я на него наорал, ну что, ну и влепил немножко. Вот. Ну я же на него зла не имею, я все, я отходчивый, у меня все отошло. И тогда ему кажется, что все, что он сделал, это было так себе. Ни о чем. Вот преподобный говорит, то есть как, бес сначала возбуждает этот гнев, эту ярость, эту злобу, потом резко отходит, у тебя отошло, и ты не думаешь, что этот грех что-либо значит. Видите, какие уловки есть у этой темной силы для того, чтобы сделать нас неисцельно больными. Вот он и пишет. И в результате эта страсть никогда не врачуется. А вот когда ты понимаешь, да, это плохо, еще древние греки говорили: Зевс, ты гневаешься, значит, ты не прав. Если ты понимаешь, что это плохо, тогда ты будешь с этим бороться. Тогда ты не будешь оправдываться, что я отходчивый, что ничего в этом такого страшного нет. Ты, дескать, мол, вроде как даже и внимания-то особенно не обращает. Иоанн Лестничник пишет, что если Дух Святой называется и есть мир души, а гнев есть возмущение сердца, то ничто столько не препятствует пришествию в нас Духа Святого, как гневливость. То есть во время гнева в нас нет Святого Духа. Мы совершенно его теряем. А потому должно нам стяжать кротость. И это будет восьмая ступень. На восьмой ступени лежит венец безгневия. А дальше Иоанн еще прибавляет интересную вещь. Но кто носит его от естества, вы знаете, вот флегматики. Есть люди, которые от природы, ну, не гневаются. Им это как-то вот
Их даже иногда почти что как бы надо немножко подзавести, а они не заводятся. Но кто носит его от естества, вот это безгневие, тот может быть не... Тот, может быть, не носит никакого иного, а кто приобрел его трудами, тот без сомнения победил 8 страстей. То есть, что он говорит? Что у того, у кого от природы, ну это вроде бы и неплохо, и он не имеет вреда на этой ступени. То есть, через эту ступень кротости и безгневия он проходит легко. Но все-то остальные ступени он не прошел. А вот кто с трудом победил себе гнев, тот победил 8 страстей. То есть взошел на эти 8 ступеней честно. И реально взошел. А тот не взошел. То есть если мы от природы не имеем какого-то греха, а мы все, между прочим, от природы, многих грехов не имеем. Ну, не имеем в какой-то такой... страстной форме, если не тянет это делать. Некоторым, например, ну даром не нужно воровать. Кого-то, да никогда он, правда, не врал, не любит он это и не делает. А вот кто-то не гневается, очень мирный такой, спокойный, тихий человек. Вот кто имеет добродетель от природы, он через эту ступень проходит легко. Но пусть не думает, что он еще что-нибудь приобрел. Только тот, кто с великим трудом в себе все это победил, вот он действительно имеет 8 добродетелей. Ну, можно завершить эту 8-ю ступень еще таким случаем, о котором рассказывают, что на корабле на одном плыл монах. Ну, там люди что-то встретились, матросы, а они спрашивают его, ну, как спастись-то? Скажи уже что-нибудь, научи нас. А что, говорит, вас учить? У вас кок есть, учитесь у него. Как? Он же псих. С ним попробуй чуть что, он же посуду колотит тот же в дребезг о землю. Как-то у него учиться. А монах им говорит, а вы знаете, что он от природы убийца? А он еще вас ни одного пальцем не тронул, а только посуду колотил. Вот. То есть для этого кока, для него это было великим достижением. Вот он имел 8 добродетелей. А мы такие, ну, хорошие, такие воспитанные, ну, какую там посуду колотить, ну, хоть и не тронем. А добродетель-то не имеем. Только проскочили через эту ступеньку, и все. Ну, вот так. Так что ценной является та добродетель, которая далась нам с трудом, где нам пришлось попыхтеть. А мы с вами очень часто гордимся теми добродетелями, которые мы делаем легко. Ну, даже как сейчас принято говорить, о, легко. То есть, нет, это легко, это мне не трудно. Ну, ладно, легко, хорошо, что легко, только и пользы мало. Ну, ладно, благодарю за внимание. Вот это мы с вами сейчас... прошли по 8 ступеням лестницы Иоанна Добродетеля. Пусть это будет немножко таким заговением на Великий пост. Такой затравочкой. Мы сейчас приступаем к Великому посту. А вы как-то еще никого не отпускаем. Здесь, я вижу, есть некоторые вопросы. Так что пообщаемся еще немножко таким образом. Завершаем к 8 часам. В прошлом году телеканал «Союз» в программе «Уроки православия» показал лекции преподавателя семинарии с объяснениями на доске о том, что и в будущей жизни нам предстоит духовно возрастать. Так ли это? К счастью, так. Потому что некоторые думают, что духовное восхождение это здесь, а там мы уже достигли, там курорт. Там уже, ну ничего не надо, там все, там тебя кормят, поят, место светло, место злачно, место прохладно, делать ничего не надо, ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Одни удовольствия. Такого Царства Божия врагу не пожелаешь вообще-то.
Ведь оно приезд, ну, вы бывали на курортах? Сколько там усидишь-то? Деятельные мужчины, они вообще там, вообще, все, им уже, ну, что, ходишь ты со столовой да, в комнату, с комнаты да в столовую, ну, ванную там какую-то принял полезную. Вот рай не такое. У святого Григория Ниского тоже эта мысль есть, что всякий конец есть начало. И то, что мы сейчас живем, это только начало восхождения. Знаете, мысль о том, что там в Царстве Божьем нет никакого духовного восхождения, она похожа на психологию больных, которые находятся в больничной палате. Они находятся в состоянии борьбы с болезнью и выздоравливания. Цель – выздороветь и выписаться из больницы. В окошко они поглядывают, вот те там здоровые. Вот я в детстве случалось, в этом заведении лежал нередко, и так поглядываю, вот они здоровые. И кажется, что цель и смысл всей жизни – выбраться из этой палаты. Но когда ты выходишь из этой палаты, то оказывается, что жизнь-то только начинается. Что для чего, для того тебя и подлечили, чтобы теперь-то делом наконец заняться. Так и сейчас. Сейчас мы с вами в больнице. Мы лечимся от грехов. А потом жизнь-то только начинается. Так что рабочий сезон там. Здесь мы еще в больнице, здесь мы в стадии выздоровления. Вот. А там только все еще и начнется. Это нормальная жизнь, нормальная деятельность, нормальный путь. Когда мы уже будем не с болезнями бороться, а когда мы, скажем, будем спортом заниматься. Когда мы творческой деятельностью займемся. Вот это все там. Поясните, пожалуйста, евангельскую фразу, слова Господа. «Гневайтесь и не согрешайте». Вот как важно Евангелие знать точно. Там не сказано «гневайтесь и не согрешайте». Там сказано «гневаясь, не согрешайте». Это немножко другое. А так, ты, парень, гневайся, а потом не согрешай. Да или как? Нет, гневаясь, не согрешай. Потому что и правда есть святой гнев. Ведь есть гнев, гнев Божий. И действительно зло и неправда этого мира вызывает у нас чувство гнева. Праведного, святого гнева. Но согласитесь, гораздо легче стяжать святую кротость, чем святой гнев. Святую кротость, мы даже сказали, у некоторых она от рождения. А вот святой гнев, ну то уж от рождения точно ни у кого. И стяжать святой гнев, это, наверное, какие-то высшие ступени святости. Поэтому Церковь и Господь навсегда предостерегают от гнева. Будучи кротким, не согрешать – это, ну, как-то реально. А вот гневаясь, не согрешать – это очень сложно. Поэтому не советую увлекаться таким деланием, как безгрешный гнев. Больше оставить это Богу. В одном месте Господь сказал: «Мне возмездие, я воздам». Пусть Бог гневается. Он, гневаясь, не согрешает. Нам это тоже доступно и иногда даже нужно. Без этого тоже не бывает. Но это очень сложно. Потому что мы люди страстные и очень легко, гневаясь, начинаем впадать в страсть зла. О, сразу о том и идет речь. Есть выражение «праведный гнев». Значит ли это, что можно сердиться по поводу? Что оно конкретно означает? И был гнев Божий. Как же получается, что Господь гневался, а нам никак нельзя? Ну, думаю, что кратко, ну, уже на этот вопрос ответил. Да, есть гнев Божий. Мы видим гнев пророков. Он в Библии тоже описан. А Илья пророк, который порубал Вааловых жрецов, да в каком количестве?
это там тебе было не так. Вот, не думай, что он с каким-то ласковым видом и ласковыми словами это делал. Это был Божий пророческий гнев. То есть такое действительно бывает. Но это очень-очень сложно. Может ли мусульманин стать крестным отцом своему пасынку? При крещении мальчика, которого воспитывает 10 лет в законном браке, мама православная, мальчику 30 лет, хочет креститься в православии. Ничего, ничего, все нормально. Вот. Но, естественно, православный стать крестным никаким образом не может. Крестным может быть только христианин. Крестный – это человек церкви, который свидетельствует пред церкви о чистоте желания принять святое крещение. И к тому же берет на себя еще и ответственность христианского воспитания этого мальчика. Поэтому, если брак законный между мусульманином и христианкой, и он воспитывает своего пасынка, ситуация, в принципе, возможная. Пусть и дальше воспитывает. А если он хочет стать христианином, то он сам должен креститься. Причем, если он скрестился, то и тогда не советую становиться крестным. И вообще, когда, допустим, быть крестным пасынку или падчерице, не надо. Потому что вообще по-настоящему, если по-христиански, когда, допустим, человек берет вдову вот, с детьми, вообще-то надо усыновлять. В прежние времена не было вот этого различия опека и усыновления. Человек взял все, он действительно как своих собственных детей и воспитывает. А значит, он уже не может быть крестным. То есть ему уже достаточно того, что он отчим, мачеха, и что воспитывает этих детей как своих детей. А крестных надо все-таки уже в таком случае взять со стороны. Кстати, если станет все-таки крестным, значит, уже никогда не сможет усыновить. Потому что не может человек быть крестным своему собственному ребенку. Как? Кому? Нет-нет, вы неправильно поняли. Которого воспитывает 10 лет в законном браке, мама православная, мальчику 13 лет. Из этих 13 он 10 лет его воспитывает. Сказали 30, а вы сказали 30. А тогда я прошу прощения, неправильно прочитал и вызвал ваш смех. Простите. В настоящее время принят закон о погребении, по которому умершего увозит ритуальная служба на вскрытие, а потом привозят его на отпетие в храм и везут на кладбище, отказывая родственникам в том, чтобы покойник побыл в своем доме. Ну, я же сказал, мы идем за ними. Скоро все будет сделано так, что смерти как бы нет, ну и все так далее. В то время как христианская церковь и православная церковь имеют святые и очень благочестивые, очень глубоко духовно насыщенные погребальные обычаи. Ну, да, а немножко есть, еще без 13. Ну, если мы выйдем в 8, то мы уйдем в 9. Ну, вот. Так, ну тут вопрос только 10 минут читать. Записок много еще. До воцерковления была у гадалки. И она сказала мне, когда я умру, эта мысль в голове. А гадалка сказала, каялась, и все равно есть страх.
Надо иметь страх Божий. Помни день смертный, вовек не согрешишь, и никакая гадалка тебе не страшна. Во-первых, не верьте гадалкам, они не знают день кончины, и ни один бес его не знает. Бес может только провоцировать нашу кончину, а жизнь и смерть в руках Божьих. Вот. А если вот иметь ту память смертную, о которой мы говорили на шестой ступени, то любая гадалка уже нам будет не страшна. Теплота духовная, нет глубокого покаяния, нет духовной радости, полноты христианской жизни, середина наполовину, серость и неприкаянность. Что делать, чтобы было духовное пробуждение, полнота? А вот идти по лестнице. То есть, ну, говорить подробно, у меня нет сейчас времени. А в принципе, все, что мы говорили в лекции, это как раз на эту тему, как стяжать теплоту духовную. Стяжите плач радостотворный, стяжите покаяние, память смертную и так далее. И теплота духовная будет. В каком возрасте лучше крестить ребенка? Все случаи индивидуальны, и поэтому здесь надо смотреть. Традиционно, конечно, в православных благочестивых семьях детей крестят сразу, иногда на восьмой день даже крестят. Вот. А в семьях смешанных, в семьях невоцерковленных, ну вот в таких, каких многие, может большинство из нас сейчас живут, там каждый раз по обстоятельствам. До 6 марта ставим? Хорошо, вопрос. Мы же встретимся скоро, да? Значит, следующая лекция 6 и 7 марта.